В Чебоксарах в пожаре погибли двое малолетних детей и их бабушка, сообщают в Следственном комитете. ЧП произошло днем 20 марта. В кирпичном жилом доме по улице 2 путепроводная в Чебоксарах произошло возгорание. Внутри постройки в это время находились двое детей 2016 и 2018 годов рождения, а также их бабушка 1970 года рождения. Спасти пострадавших не удалось. По предварительным данным, погибшие скончались в результате отравления угарным газом. Причина пожара устанавливается. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа Следственного управления Следственного комитета по Чувашии. Задействованы криминалисты. Назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся иные проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.